Я решила поступить в эту школу, потому что сейчас век цифровой экономики. Самые востребованные профессии – это в сфере IT. Сейчас я изучаю 3D-моделирование, но потом еще хочу изучить программирование в этой же школе. Мне больше всего понравилась работа в командах. Когда ты работаешь вместе с кем-то, вы друг другу помогаете и рассуждаете вдвоем, и у вас получается более лучшая работа, если бы ты работал один. Мы учились моделировать, анимировать и текстурить. Это все для того, чтобы наша работа была лучше и более реалистичной. Нас учили совершенствоваться. Для выпускного проекта мы делали ролик для благотворительного фонда Харсхал. Мне нравится то, что мы целый год изучали 3D-моделирование, а в конце мы уже сделали конкретный ролик, не просто чтобы изучить тему, а чтобы люди поняли то, что, допустим, слуховые аппараты. Они бывают маленькие, большие, разных видов. Я надеюсь, то, что с помощью моей работы люди больше узнают о фонде Харсхал. В первую очередь хотела бы сказать огромное спасибо IT-школе за то, что они взялись за дело, которое такое, ну, очень интересное, да? Вот, у нас есть проект, социальный проект «Уроки доброты», паралимпийские уроки, и там наши ребята с инвалидностью, молодые активные ребята, проводят в общеобразовательных школах эти уроки, да? Цель данных уроков вот именно поменять стереотипы, что человек с инвалидностью не может быть просто больным, хромым человеком, который сидит дома, да? А именно, что человек может и заниматься спортом, и играть, как все, там, но быть счастливым, как и все, вот. Конечно, везде использовать вот данные ролики, для нас это будет очень, материал очень нужный. Будем пользоваться этим материалом, и благодаря IT-школе у нас будет такой вот визуальный материал, который будет доступен для всех.